На протяжении вот уже нескольких лет Евгения Минкина вместе с классом посещает различные достопримечательные места Татарстана. Они успели объездить практически всю республику, и каждое такое путешествие оставило неизгладимый след в их сердцах. Последняя поездка на остров Град-Свияжск дала даже больше, чем можно было предположить. Она принесла ей победу в республиканском конкурсе. Сочинение Евгении Минкиной, где она запечатлела все свои полученные от поездки эмоции, заняло 3-е место в номинации «Моя поездка на остров Град-Свияжск». Этот день был просто очень солнечный, когда мы туда приехали. Это был очень красивый остров, окруженный водой, и все сверкало. И это мне запомнилось, наверное, больше всего. В Свияжске было очень красиво, там было очень много красивых зданий, всякие церкви, и они были очень архитектурно красивые, поэтому я решила написать это сочинение. Так как у нас это было самое яркое впечатление прошлого учебного года, мы приехали в Свияжск, и вы знаете, как только остановился наш автобус, мы вышли, зазвонили все колокола, и как в мгновение волшебной палочки все голуби взлетели. Когда мы поднялись по лестнице, то вот этот каменный голубь, он нас встретил, знаете, вот самые первые впечатления, а потом вся эта экскурсия, все эти соборы, все эти храмы, это столько у детей было впечатлений, столько было фотографий, мы практически весь год об этом вспоминали, поэтому особого труда написать Жене сочинение не стоило. 1 июня в Казанском Кремле состоялось награждение победителей. Евгения Минкина из рук Ментимира Шаймиева получила в подарок электронную книгу и диплом 3-й степени. Особую благодарность за подготовку победительницы государственный советник республики выразил и педагогу Вере Князевой, которая получила от него не только благодарственное письмо, но и книгу «Республика Татарстан. Увлекательное путешествие. История, культура, традиции». С целью популяризации древнего Болгара и острова Града-Свияжск, повышение интереса школьников к истории этих уникальных поселений, впервые в нашей республике был проведен этот республиканский конкурс рисунков и сочинений о древнем Болгаре и острове Града-Свияжск, где было представлено более 320 работ, среди которых только 186 сочинений из 39 муниципальных образований. Прекрасная работа. Конечно, здесь о ней уже лучшая работа выбрана. Ну, куда вот, как говорится, взгляд останавливается на этих работах, они непростые. Сама задумка, еще его суметь надо же нанести, чтобы тебя еще это и озадачило. Я вам скажу, в этих работах это присутствует. Я очень всех поздравляю, всех детей. Государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев лично ознакомился с сочинениями, посвященными Болгару и Свияжску, назвав их уникальными.